оскорбительно поиздевался над неспособностью военных США либо пленить, либо убить Сухади Садона. Лидер партизан участвовал практически в каждом... продавались через интернет и стали популярны во всем мире. Даже их обладатели, похоже, не знают. То есть я хочу сказать, что мы вступили в необъявленную войну и начали ее проигрывать. Я не знаю, что... Число жертв вакцинации от оспы достигло 6 человек. Правительственные чиновники продолжают сохранять... Ты почти на позиции. Да. Я вижу, что здесь покинутая. Но где здесь верфь? Под землей. Это доки для подводных лодок. Движение! Мне нужна проверка в моем секторе. Ты уверен, что это не очередная птица, Хат? Все в порядке. Я посмотрю. Ничего нет. Что это?
Security stage increased. Stage one, flak jackets on. Alarm stage one. Sam, don't be detected. Fisher, you are paid to be invisible. ГСП показывает, что ты рядом с пультом управления. Действуй тихо и используй этого техника. Если ты поднимешь подлодку сам, ты поднимешь кучу людей из Дара-Дандоа, которые будут совсем не рады видеть тебя. Ты недооцениваешь мое обаяние. Security stage decreased. Security stage back to normal. Okay. It seems they've gone back to normal. Thank you.
Привет. Ты хорошо говоришь по-английски? Супер. Супер. Мне нужно, чтобы ты поднял эту подводную лодку. Почему? Потому что у меня портится настроение, когда я делаю людям больно. Ах, да. Да-да, прямо сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, не убивай меня. Скажи ему, что тут все кошерно. Что? Скажи ему, что все в порядке. Да, здесь все в порядке. У меня предупреждение о неисправности балластных танков. Я погружу тебя обратно под воду, как только их починят. Понял, спасибо. Пожалуйста, не убивай меня.
Дойтер достала процедуры системы безопасности для персонала Комодор. В этой субмарине ты будешь в подавляющем меньшинстве. Это везде так. Thank you.
спущусь выпить чашечку. Я вернусь через пару. Ты не мог бы принести мне чашечку? Нет. Ты же знаешь, что здесь слишком чувствительная аппаратура, чтобы здесь можно было пить кофе. Моя роль? Выбирайся. Если коробки с оспой будут у нас, нас ничто не остановит. Объединенные шефы будут требовать быстрых действий. Встреться с Коэн. Пришло время, когда ты познакомишься с Садоном. Был ли удачным стратегический авиаудар в Кундаге, направленный против Садона? Военная разведка? Решительным успехом действий США и коалиции в Индонезии. Генерал Кельнер предсказал положительное разрешение в течение... Даже если Садона выжил,
Он полностью выпал из поля общественного зрения. Нет никаких сведений о заложнике, перевезенного из посольства США в Дили. Фишер. Воздушное пространство Индонезии. Да. Операция «Темная сеть» проходит лучше всяких ожиданий. Можно считать, что страховка Садона не сработала. Что же теперь все эти боссы предлагают нам делать с Садоном? Мы возьмем его живьем. Николадзе показал нам, какие навязчивые призраки получаются из убитых вождей. Мы на месте. Мы можем положить всему конец, если Карлсон пройдет. Я ей верю. Я? Нет. Вначале Дахле, теперь Ингрид. Иногда мне кажется, что ты ненавидишь женщин. Любить? Это неверное слово. Я ничего не скажу, если ты не будешь спрашивать. И я была права насчет Дахле. Я встретил Карлсон в Диле. Посмотрел в ее глаза. Она все сделала. Удачи! Передай от меня привет Садона. Давай, вперед! Ты задерживаешь военную машину США. Вначале ты должен проникнуть на телестанцию. Там Ингрид и Садона. Что-то не так? Нет, я просто помогаю этому парню. А, ну занимайся тогда. До встречи. Thank you.
Здесь ничего. Thank you.
Потир. Слушаю. Пеньок сказал, что вы не носите головные уборы. Это правда, сэр. Ночное видение небезопасно при освещении. Ослепленные снайперы были бы бесполезны для вас. Так как же мы прикрываем охрану? У нас внизу есть дополнительные люди. Все будет в порядке. Thank you.
Что-то движется. Thank you.
Коэн была права, не доверяя мисс Карлс. Этому волчьему запаху под овечьей шкурой есть причина. Она честнейший агент. Намного больше, чем беспомощный. Кажется, немного притянутым за уши то, что ей повезло оказаться одной из заложниц Содома. В посольстве она искала Содома. Управление хотело знать, продолжает ли он оставаться ценным для него человеком. Думаю, они получили ответ. Никто не сможет убедить меня, что Индонезия одна в этой борьбе. В мире есть множество людей, которые поддерживают нас. Сможет задушить волю к свободе всего мира. Индонезия не одна. И пока Америка угрожает ее суверенитет, она сама не может чувствовать себя в безопасности. Мир скоро поймет. Доброй ночи.
освещение сломалось.
что насчет Сота? Это та часть игры, которая пугает меня больше всего. Зачем ему так сильно рисковать ради Индонезии? Это не ради Индонезии, это против Рагуна. Он думает, что его предали лично. Он не возвращался в Джакарту с начала войны. Хотя войну это мало кто называет. Это продолжают называть инцидентом. Война — это когда сбрасывают как минимум 1000 бомб. Если Сот вернется, мне конец. Я знаю, что у него есть люди внутри управления. Ему почти ничего не придется делать, чтобы выяснить, что я проходила обучение на оперативного агента. Ты знаешь, где Сот сейчас? Если бы знала, то он был бы на 6 футов ниже. Добрый вечер. Кажется, мы еще не встречались. Я видел тебя с Садоном. Меня зовут Ким. Приятно познакомиться. Я Ниби. Да, я знаю. Не возражаешь, если я войду? Мне нужно отдать пару бумаг с У меня нет разрешения на этот оригинальный сканер. Это не проблема. У меня есть. Тогда, думаю, секунду. Да, хорошо, я слушаю. Конечно, конечно, немедленно. Нет, я смотрю на него. Ты уверен? Что? Что мне делать? Да, сэр. Я понимаю, сэр. Я обязан тебе жизнь. Да, когда Садона будет у меня, где мы с тобой встретимся? На крышке. Не самая приятная тенция, но мы используем не военные. Поэтому, надеюсь, у нас есть шанс воспользоваться. Я считываю кучу посторонних разговоров о маршрутах спасения.
Как дела? Иди, я готов. Но мы встретились всего пару минут назад. Убей меня, я не боюсь. Не будет тебе такой удачи. Где последний образец оспы? Кто сказал, что остался только один? Ты скажешь, если я хорошенько тебя сожму. Где и сколько? За следующей дверью? Сотни. Где оспа? Везде. У тебя есть дети? Где оспа? Сколько детей? И где они сейчас? Вопросы будут становиться все более болезненными, если я разойдусь. Я не боюсь боли. Я могу научить бояться. Ты медленно научишься. Делай мне больно, это всего лишь плоть. Жесткость делает тебя трусом. Я готов. Убей меня. Можешь убить меня, но вам никогда не избавиться от меня. Отличная работа, Фишер. Ты скоро станешь самым плодовитым неизвестным публике творцом мировой истории. Если бы у меня осталось достаточно крови, я бы покраснел. Ингрид на крыше? И она, и вертолет. Держи Садона в сознании, пока не окажешься в зоне визуального контакта с Карлсом. Можно я уточню, Фишер? Садона жив, и он у тебя? Да. Фантастика. Можешь крошить все подряд на своем пути. Мы пришлем уборщиков. Они все там приберут за тобой. Мы пока не закончили. Веди Садона на крышу. Ингрид ждет. Давай, ну что ты?
Вот. Я бы упаковал его в подарочную упаковку, но у меня нет с собой ленточек. Меня всегда шокирует то, каким молодым он выглядит. По сравнению с телевизором, просто какое-то детское лицо. Ты честно любила его? Нет, я его скорее уважаю. Но я знаю, что это чудовище. У него какие-то детские представления о войне. Он не делает различий между мирным гражданином и солдатом. Он думает, что его целью может быть весь мир. На планете есть только одна нация, которая воюет со всем миром. Ты на чьей стороне? Ты знаешь, что я не могу это тебе сказать. Да, я знаю. Я не знаю, кто ты и как ты делаешь то, что делаешь, но большое тебе спасибо. Я надеюсь, что мы еще поработаем вместе.